В эти выходные начнется последний летний месяц. Июнь был достаточно знойным, а вот июль был щедр на комфортные 25 и умеренные дожди. В ближайшие три дня погодные условия будет определять прохладная, неустойчивая воздушная масса. Она приходит к нам с севера Европы. В субботу 1 августа местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В отдельных районах можно услышать и увидеть грозу. Порывы ветра днем достигнут 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров не поднимутся выше 14 градусов. А днем до 24 градусов тепла. В воскресенье 2 августа ожидается повышенное атмосферное давление и без осадков. Температура ночная плюс 6-11, днем 22-27. В понедельник уже будет поступать у нас теплая воздушная масса с юго-запада Европы. Преимущественно без осадков, ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем прогреется до 23-28 градусов тепла.